Елена Летучая неожиданно стала брюнеткой. Автор 9.04.2020. Телеведущая Елена Летучая является одной из самых известных отечественных блондинок. Тем не менее, на днях знаменитость все же сумела удивить своих поклонников неожиданным перевоплощением. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Как оказалось, Елена пошла на социальный эксперимент и, заручившись поддержкой мужа и подруг, зарегистрировалась на сайте для знакомств. К слову, этот эксперимент не завершился одной лишь регистрацией. Примерив на себя новый образ, звезда пообщалась с невольными респондентами. Выяснилось, что некоторые подруги Елены периодически знакомятся с мужчинами именно в сети, однако существует серьезная проблема среди зарегистрированных пользователей. Порой встречаются мошенники и просто непорядочные люди. Ради эксперимента телеведущая создала два аккаунта. Через один она искала отношения без обязательств, а через второй – мужчину для брака. На первой серии фото Летучая превратилась в горячую девушку с челкой и каре, а на второй – в скромницу в очках и со стрижкой паж. Стоит отметить, что эффектной внешности Елены идут не только светлые волосы, но и темные, и новые снимки это доказали. Суть этого эксперимента проста – продемонстрировать зрителям, как нужно искать любовь на таких порталах и как грамотно составить анкету, чтобы свести к минимуму общение с мошенниками. Всеми подробностями своих открытий Летучая готова поделиться в новом выпуске «Летучего надзора». Впрочем, уже сейчас поклонники пришли к выводу, что Елене очень идут такие перемены во внешности. Хотя вряд ли она решится на них в обычной жизни. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.